Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня ты соскучился по ФНАФу, да? Вот сегодня ты прям проснулся с утра и такой: ух, как бы сейчас зашибись было бы ФНАФа, да? Сегодня мы с тобой поиграем во ФНАФ. Да, наконец-то он вернулся. Я просто очень долго ждал какую-нибудь интересную харарюсю. Харарюсю, используй все такое слово всегда. Харарюсю долго ждал. Ждал долго по ФНАФу какую-нибудь хорошую. И вот вышла, вроде бы интересная харарюся по ФНАФу. Она необычная, она такая нестандартная. Поэтому мы с тобой посмотрим и решим, хорошая ли она или нет, можно ли ее снимать или нахрен ее такую. Вы проснулись в маленькой темной комнате, лежа на полу в спине с тяной. Все чувствуется словно ад, твой рот пахнет как будто там нассали. Вы подкрылись... Там не то. Ну и ладно. Вы открыли свои глаза, и ваши мускулы тряслись, и вы сами тряслись, и ваши воспоминания не давали вам понять, как вы сюда вообще оказались здесь. Ваше тело реагирует быстрее вашего мозга, поэтому вы быстро подскочили с пола и взяли какой-то свет. И начали смотреть, что вокруг. Вы увидели, что вокруг вас здание. Да ладно, блин. Это все похоже на стены. Это все стены похожи на вам знакомое здание. Ваше тело чувствует себя плохо, и вы страшны. Вы решили уйти до того, как темнота не полностью вас поглотила. Добро пожаловать... Не-не. Добро пожаловать... Завожал. Добро пожаловать, Фредди Фазбер's Pizza. Добро пожаловать домой. 5 ночи осталось. Эпичненько. Обой-обой, эпичненько. Ух, я не знаю пока, чем именно игра из себя представляет. Я так понимаю, что это что-то вроде мини-квеста. Знаешь, необычно. Мини-квест. Обычно по ФНАФу у нас хорроры, а здесь мини-квест. Так, что у нас здесь? Какая-то собака, какой-то парень с порванным лицом. Робот, парень с порванным лицом и собака. И собака или марионетка уезжает на машине. Эти инструкции появятся каждый раз. Нажимай на них. Двигай свое тело и свой фонарик, чтобы смотреть по сторонам. Левой кнопкой мыши вы можете двигаться туда и сюда. Вы в двое присутствия здесь есть, поэтому выполните свои задания до 6 утра, иначе на вас нападут. Ну конечно, это же ФНАФ. Чтобы на нас в ФНАФе и не напали, да такого быть не может. Могу я бумажку взять? Буду вот так вот кидать. На-ка, сука, на-ка, сука. Когда на меня кто-то будет нападать. Ну хорошо, пойдем вперед. Что же нас ждет впереди? Ночь один, найди выход. Ой, это я могу, это легко, это без проблем. Это я могу хоть выход найти, хоть денег найти, хоть аниматроников найти, хоть звездюлей найти. Все могу, прям вообще изи. Хорошо, поехали. Пока тебе как? Видишь, оно все какое-то черно-белое. Я могу еще правой кнопкой прислушиваться, я не знаю пока зачем. Но я могу, но не знаю зачем. Но я могу, но хер знаю зачем. Так, пойдем вперед. То есть нам вот так вот надо выбирать. Нам надо выбирать, куда идти. Ой, какие-то шумы. Знаешь, на самом деле напряжно. Пока не прям страшно, но напряжненько. Так, это что? Какое-то непохожее... Я постоянно пытаюсь почувствовать свою несуществующую бороду. Ой. Мишаня. Здорово. Здорово. Я слышу, как там кто-то либо дышит на меня... Либо я слышу какого-то клоуна на своих резиновых шляпеньках, который двигается. Ну, вроде пока все безопасно. Выход. Вот он, выход. Я говорил, я мастер находа выхода. Все. О, нет. Ну, конечно, кто ж меня отсюда выпустит? Спокойно, спокойно. Бери, бери ковы, кидай в эту сволочь, которая за тебя. Собачатина. Пиццы, пиццы в голову отрежь. Там Фредди, да? Там Федор. Точно. Нет! Это Shadow Bonnie? Shadow Bonnie спрятался сзади меня. Слышь! А ну выходи оттуда! Ты что туда пришел? А ну какая ж... Охереться, все вообще собака. А, нет, то есть не собака он. Кролик. Окей. И что? Он все? Конец? Хорошо погуляли, ты сдох? А нет, вы вернулись обратно в безопасность при помощи летающей фигуры, которая стояла перед вами, смотря прям вам на лицо. Похоже, она хочет вам помочь. Охренеть! Тень предлагает вам историю, чтобы прочистить вашу голову. Примите? Конечно. История от летающей головы, да кто откажется?
Кто откажется от летающей головы и истории слушать? Нет, это марионетка. Окей, то есть марионетка за нас. Ну, в принципе, да. Однажды здесь был один маленький парень, который любил играть с его игрушками в одиночестве. Тот парень, который у нас вначале был в офисе с половой без головы, и вот он собака. Он жил со своей семьей в маленьком, теплом и прекрасном домике, соединенном с лесом. Какие стрёмные собаки. Это дом имел задний двор, и это было его собственной сценой, в которой он играл со своими фигурками разных видов и форм. Однако, он был один одинок, и он имел контент в его детстве, играя со своими пластиковыми друзьями. Его друзья, его родители подарили им их, его им. А-а-а! Понял, да, что я хотел сказать? Там был маленький манекен, Фредик. Что-то порслайн, на который можно одевать, и игрушечный робот. И прямо вот игрушечного робота спиздюшнялила собака. Окей. Но однажды собачий... собака семьи стырила одну из игрушек во время его игры. Он убежал в лес, и они играли вместе. Недовольный собакой, ребенок побежал за ней. Он взял игрушку из рта собаки и начал ее тянуть. О, он был таким милым и беззаботным. Собака и его друг, ребенок, играли вместе в догонялки в лесу. Иногда. Это было как приятное воспоминание, не так ли? Собака, она была рада тому, что наконец получила внимание от своего работника. От ребенка. И она не соглашалась проигрывать и отдавать робота. Игрушечный робот почти освободился изо рта собаки тогда. Чего? Какого? Наконец он получил ребенка обратно. Ребенок. Чего? Спрятал робота себе под одежду. Он пошел обратно домой, оставляя животное, дрыгаясь на траве. Какого? Он убил собаку? Ребенок вернулся обратно и начал играть с роботами. Позднее родители нашли тело собаки. Они вот там прям, где она была. Сука! Ты просто больной какой-то... Дебил, я не знаю. Он просто ради игрушки взял и прикончил собаку. Ну, охуевший вообще ребенок, я тебе скажу. Не, ну серьезно? Не, ну серьезно? Каждую ночь ваши враги будут более агрессивны. Ладно, я все еще... И вот почему собака здесь нарисована. Собака, робот, ребенок безголовый. Ну явно безголовый, безмозглый вообще. Стоп, это не фиолетовый парень? Это фиолетовый парень, да? Он же жестокий. Новое создание появилось в ресторане. Оно прячется в комнатах, чтобы ждать, чтобы ты пришел. Будь осторожен, куда ты идешь. Нажми правую кнопку, чтобы прослушать звуки, которые идут туда. Больше времени пройдет, и лучше ты будешь слышать. Понятно. То есть теперь есть в здании какой-то злодей. Наверное, Федор, да? Ночь один. А, ночь два. Следуй музыке. Какая там музыка будет? Эшкера! Хорошо. Пойдем. Я все еще охереваю с того, что произошло, что я только что видел. Бля, это перебор, серьезно. Ладно, там они друг друга с аниматрониками друг за другом гонялись. Но собака-то за что? Почему вот интересно всегда больше всего жалко именно животных? Ну, наверное, потому что они беззащитные. Блин, сыкотно. Он прям рядом. Слышишь? Он прям рядом рычит. Я слышу перебежку! Нам туда. Я не боюсь. Чё ржёшь-то? Жопа, иди отсюда!
Я вроде никого здесь не вижу. Все хорошо, все хорошо. Нам туда. Нам туда. Пошел, 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 пошел. Че ты еще так медленно идешь? Окей, все хорошо. Я надеюсь, я могу аниматроника либо фонариком отмудохать, либо прогнать. Бэтрум. Нам туда. Все хорошо. Все хорошо. Пойдем туда. Прям вот тут игрушка. В ванной. Я слышу опять его сзади. Что? Эй! А это нечестно. Ничего не там не слышу. О нет, фонарик, фонарик! Подожди. Вроде все нормально. Я его там слышал! Я пойду туда, я пойду туда. Ты его слышал тоже, да? Кто-то еще дышит так. Он там, сзади? Нет, его нету там. Ага, он вот там, он вот там. Я понял. Игрушка, игрушка, я слышу игрушку. Погнали, погнали туда. Ты слышишь, еще кто-то? Кто-то устал. Так, ну... Там ничего. Там. Там игрушка. Хорошо, следуем за музыкой. Следуем за музыкой. Если есть музыка, то все хорошо. Туда. Туда. Бляха. Сука, где эта лебедянка, я не понимаю. Куда она спряталась? Игрушка тут. Она вот там. Впереди. Пойдем вперед. Опять! Опять наебулинка! О нет. О нет. О нет. Она сзади теперь. Он издевается надо мной. Она рядом. Она там. Давай я сначала огляжусь. Я не знаю, где он. Где враг-то? Там? Ну мне точно туда, вот туда, вот туда! Что? А нет, стулья! Теперь обратно идти. Ну, вроде... Окей. Ну, пойдем. Что вообще происходит? Я слышу перебежки. Там? Мне туда. А где он-то? Туда. Так че он? Я не понимаю, я от кого убегаю? Так, ладно, я слишком долго смотрю, уже 3 часа. Не знаю, как тебе, но мне напряжно. Че, обратно возвращаться, что ли? А, нет, туда. Туда, 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 вот туда надо идти. Погнали. А, понятно, на задней... На заднюю сцену. Отличная, блин, идея. Почему бы и нет? На заднюю сцену пойти. Там ведь самая жесть начинает. Самая жесть. Ой.
Так, опять сзади меня кто-то, да? Опять сзади меня кто-то. Мариныч, здорово! Вижу тебя. Дай по глазу потыкаю. Что-нибудь еще есть? Мариныч уведет меня сейчас отсюда. Все, спасибо. Спасибо, Марионеточ. Такси, Марионеточ. В любой сложной ситуации довезет вас куда надо. От кого мы убегали? От кого мы прятались? Там какая-то херулина с морковину бегала по пиццерии, я с ней вообще не связался. Я ее обходил. Обходил как мастер. Ну хорошо, хорошо. В принципе, я не против. Я не умер, я рад. Это как бы хорошо. Ладно, ребят, я думаю, что на этом мы с тобою на сегодня... А, нет, подожди. Вы снова вернулись обратно, и музыка закончилась. Тень предлагает вам еще одну историю, вы примете ее? Да, я приму. Но посмотрим мы ее в следующей серии, потому что уже время. Напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение, потому что я не знаю, это необычная игра. Это необычный FNAF Fields, и мне он интересен, но интересно ли тебе его смотреть? Мне его страшно играть. А страшно ли тебе его смотреть, ты скажи. Ладно, на этом все. Всем пока и до скорого. Подписывайтесь на канал обязательно. Прямо сейчас подпишись на канал. Пока, удачи.